проект направлен на популяризацию казахской культуры. Во всех 12 районах области уже завершились отборочные туры. Сегодня за звание лучшего состязались актюбинские таланты. Всего в городском отборочном этапе приняли участие 7 талантливых исполнителей народной музыки. Помимо таланта, который нельзя не заметить, красотой и блеском сверкали костюмы в национальном стиле. Проведение такого мегапроекта, как «Мен Казахпын», очень актуально. Да что там говорить, он всегда будет актуальным для нас, для казахов, так как это популяризирует нашу национальную музыку, наши национальные инструменты. Я думаю, что таких проектов должно быть больше у нас в стране. Участвуя в проекте, я сам начал больше осознавать, что значит для меня наши традиции и наша народная музыка. Я настоящий казах и горжусь этим. Зная о таких конкурсах и участвуя в них, наше поколение будет расти в казахских традициях и любить свой музыкальный инструмент «Дамбру». Одна из участниц проекта, прошедших в региональный этап в номинации «Терме» — Динара Шинарбаева. Еще в 4 классе Динара решила пойти обучаться игре на «Дамбре». Сейчас в свои 28 лет о сделанном выборе не жалеет. Если сравнивать с минувшими годами, то можно смело сказать, что молодежь сейчас проявляет большой интерес к национальному искусству. С охотой увлекаюсь игрой на домбре и кобызе. Это очень радует, так как я считаю, что мы не должны забывать свои корни и должны помнить, что у нас красивая музыка. Благодаря проекту «Мен Казахпын» все больше молодых людей начнет тянуться к своим корням. Своей победе на городском этапе очень рада и надеюсь, что смогу пройти и на республиканский тур. Для этого буду усердно готовиться. Областной тур музыкального проекта «Мен Казахпын», организатором которого является национальный телеканал «Казахстан», пройдет 17 июня. В нем примут участие лучшие конкурсанты от каждого района и Актобе. Победители будут представлять нашу область уже на республиканском уровне. Динара Абдуалеева, Бахаджан Едыгеев, телеканал «Актобе».